спорт особого назначения. Именно под таким названием в городе над Бугом в рамках акции «Без этого можно жить» был реализован общегородской спортивный праздник для учащихся всех учреждений образования. 23 и 30 ноября на базе Дворца спорта «Виктория» подростки состязались в упражнениях на физическую выносливость, а также интеллектуальную подготовку. Победители районных отборов приняли участие в финальных соревнованиях по страйкболу. Ребятам было предложено пройти комплексное упражнение по стрелковой подготовке с использованием аналогов боевого оружия. Сегодня у нас финальный этап нашей акции – соревнования для победителей районных отборов по страйкболу. В данных соревнованиях несовершеннолетним будет предложено пройти комплекс упражнений, которые используются бойцами ОМОН при подготовке к несению службы. Может быть, с более мягкими нормативами, но достаточно это интересно. Также в ходе спортивного праздника была организована выставка боевого, используемого специальными подразделениями милиции, и страйкбольного оружия. Ребята могли не только посмотреть, но и подержать в руках настоящие пистолеты и автоматы. Многие даже запечатлели этот момент для истории, тем более, что некоторые школьники уже определились с выбором профессии и в будущем видят себя в рядах вооруженных сил страны. В подобных соревнованиях всегда интересно принимать участие. Это как бы шанс для каждого парня показать себя. От сегодняшних соревнований я жду только победы. В будущем я планирую стать пограничником, либо поступать в военную академию, какой-нибудь другой военный факультет. Комплекс профилактических мероприятий в рамках городской акции – эффективная форма организации досуговой занятости подростков, которая развивает у детей и школьников стремление к здоровому образу жизни, помогает раскрыть свои таланты и творческие способности, формирует нравственные ценности. А потому уже сегодня можно говорить о том, что первая пилотная акция доказала свою состоятельность и может стать традиционной.